Раннее утро членов правительства Иркутской области начинается с работы в комиссии по чрезвычайной ситуации. В деревне Куда обнаружен очаг африканской чумы свиней. Падеж скота начался в хозяйстве мелкого животновода. Проверка показала, что зараза могла попасть в Приангарье с юга. Были обнаружены коробки, поступившие из Ставропольского края с отходами свиного мяса. Это явилось причиной или нет, пока окончательно неизвестно. Но в этом плане будут работать силовые структуры, ГУВД, Следственный комитет. И я надеюсь, они все-таки выяснят, каким образом из Южного федерального округа вот эта инфекция попала к нам. Надо было раньше все делать, построили здесь свинарник в деревне, а никому ничего не надо было. А мы что, мне 82-й год. Нас вызвали на ликвидацию. В деревню Куда выехала бригада государственных ветеринарных инспекторов. Ангарский эпизоотический отряд также находится на месте происшествия. По указу губернатора Иркутской области специалисты должны ликвидировать животных в радиусе 5 километрах от очага инфекции. Животное умерщвляется бескровным методом, осуществляется взвешивание, составляются документы об отчуждении животных. Все документы передаются владельцу, а животные грузятся и увозятся на сжигание. Как нам сообщили в администрации АГО, в Ангарске данная инфекция не обнаружена. Однако меры предосторожности никто не отменял. В лабораториях, расположенных в крупных торговых центрах, планомерно ведутся все необходимые исследования мясного продукта. Более того, мясо в продажу поступает только от крупных и надежных поставщиков. Доступ для продукции мелкого сельхозпроизводителя ближайших деревень запрещен. Эксперты сообщают, что вирусное заболевание не опасно для человека. Однако любителям деревенского мяса пока стоит воздержаться от необдуманных покупок. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время.